Работа Джейка Элвиса «Замкнутый цикл» визуализирует коммуникационную проблему, возникающую при передаче информации. Две нейросети, одна создающая подписи для изображений и вторая иллюстрирующая тексты, находятся в нескончаемом диалоге друг с другом. В идеальном мире сети бы синхронизировались, но в их интерпретации всегда закрадывается ошибка, все дальше и дальше уводящая нас от оригинала. Конечный результат похож на игру «Изысканный труп», придуманный сюрреалистами еще столетия назад. Она заключалась в том, чтобы загибать лист бумаги, каждый участник должен составить фразу или что-нибудь нарисовать, но так, чтобы все остальные не знали, что делает предшественник. В результате у них получались фразы вроде «Анемичная девочка заставляет краснеть восковые манекены». Не более странно, чем некоторые из творений нейросети замкнутого цикла.